Весы, КАС 3000. Симптомы не включаются. От слова совсем. Проблема очень банальная. В блоке питания просел конденсатор. Его надо перепаять. Сейчас покажу, где он находится. Откручиваем 4 болта и снимаем блок питания. Блок питания мы сняли. Откручиваем с двух сторон. И вытаскиваем его. Нужный нам конденсатор находится вот здесь. Я его уже выпаял, перепаял. Вот такой конденсатор. Я впаял новый. Делается это очень просто. Вот они, два. И проверяется также очень просто тестером. Прозванивается, ну и он не держит никакого напряжения. После этого все собираем, включаем весы и радуемся.